Всем привет, ребята, с вами Виталий Зеленый, и мы сегодня приехали на, опять на эту шахту, на эту старую, забытую богом место, или как там правильно, шахту. Вот, смотрите, это вход, его засыпали. Что происходит? Змея съел. С каской. Мы взяли, ребята, пакеты на ноги. На ноги? Чтобы, на ноги, да, чтобы не грузнуть грязь и не запачкаться, потому что там сейчас очень сильная влажность. Мы обещали Сергеем Трейсером, что спустимся в шахту опять и поплаваем там на лодках. Но, ребята, не получилось, так как осенью и весной запрещено вообще залазить в эту шахту, так как она обваливается. Мы узнали этот факт на одном сайте. Вот. И происходят тут обвалы, потому что очень максимальная влажность. Сейчас, ребята, очень опасно вообще заходить в нее. Мы заради вас приехали и зайдем, вам покажем. Вы нам поставите лайк. Поддержите, потому что реально сейчас очень опасно. Смотри, пакеты максимально большие, что даже можно полностью. Вы мне хоть да оставьте. В жопу, ты не... Ссорятся за пакеты. И я забыл, ребята, взять каски. Каска только у Фомы у одного, и все. Сейчас оденемся в пакеты и покажем вам, что там вообще происходит. Ребята, очень максимально опасно. Сейчас вам не видно. А, нет, даже видно. Вот смотрите по краю. Там очень сильно обваливаются кирпичи. Потому что влажность, я же говорю, шахта очень старая. Нифига себе, смотри. Капец. Вот висит булыжник, который может просто упасть. Очень опасно. И что я вам еще хотел сказать. Почему мы именно приехали и решили поснимать? У меня, многие из вас писали, было плохое освещение в том влоге, где я снимал шахту. Не видно вам было, именно невозможно было передать вам, насколько здесь офигенно. Одни ребята увидели мой влог и увидели, что максимально плохое освещение, и прислали мне вот такой вот фонарик. Вот он очень крутой, по виду кажется, что он, ну, знаете, что он там осветит. Но он реально очень круто светит. Сейчас я вам это покажу. Он держит около 100 часов. Мощность разная там что-то. Ну вот, смотрите, включаю. Тут типа это сигнал можно давать вот так вот. Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять. Вот пять вот таких вот делений. И он очень круто светит. Сейчас я вам зайду и покажу. И в благодарность я хотел оставить ссылку в описании на магазин ребят. Заходите, переходите, и может быть вам что-то понравится, ребята. Это не реклама, это просто благодарность ребятам за то, что они мне прислали крутой фонарик. Давай, заходим. Да что я первый? Я боюсь. Вообще-то Фома давай первый зайдет. Куда ты с каской, братан? Ты с каской, давай. Тебя не жалко. Ты жилистый. Только давайте не кричать, нужно тихо разговаривать, потому что... Посмотрите, маленький фонарик, посмотрите, как он светит. Это жесть. Я в шоке. Нифига себе. Вот тут, может, подожди. Тут на сыро. Посмотри. Вот посмотри, Ваня. Ваня. Да посмотри сюда. Глянь. Он вот, тупо вот, обвалиться что-то может. Что-то мы чуть-чуть этот порвали. Чуть-чуть. У меня тоже что-то они спали. О боже. Да тут на сыро, что вы. Ладно, пофиг, запачкаемся, так запачкаемся. Я, короче, снимаю. Фу, нифига себе, смотри, вот этого тоже не было. Вы посмотрите, какие обвалы происходят. Я в шоке. Нифига себе. Блядь, все, камня тоже тут. Вот этого не было. Ничего тоже не было. Нет, капец. Блядь. Не, это реально вот. Это реально падало. Ты именно чего я говорю. Я в шоке. Ну-ка, не орите. Посмотрите, это жесть. Происходят обвалы. Сейчас мы сходим, наверное, до воды. Посмотрим. Блин, мне вот просто, ребята, в натуре очень страшно ходить. Крутой фонарик вообще освещает все круто. Какие-то строения. Просто обвалы происходят, смотрите. Вот это вот если на голову упадет, вообще будет очень неприятно, я вам говорю.
серьезно. Вы просто посмотрите. Вот. Я надеюсь, все видно. Фонарик освещает хорошо. Вот почему, ребята, сейчас здесь лучше не находиться. И вам не советуем сюда приходить, потому что реально очень опасно. Это капец, такие булыжники, то он убьет нафиг. Блин, пацаны, мне тут уже страховано находиться. Вы шо? Так, надо идти, наверное, там, где максимально их мало падало. Вот так вот под стенкой, смотрю, здесь вот не сильно много было обвалов. Пройдусь под стеночкой. Ну вот такой, ну это вообще, он убьет нафиг просто. Я сейчас, ребят, на эмоциях, я немногословен. Может быть, непонятно, что мелю, но у меня просто сейчас, ну, реально мне страшно, и я переживаю, накидываю себе. Сейчас может что-то на меня упасть. Посмотрите. Просто-напросто. Ну, я вам зашел показать, потому что я обещал, многие из вас просили шахту. Я зашел, думаю, покажу все-таки. И закроем эту тему пока что надолго. Сейчас дойду до воды, покажу вам воду. Шахта реально затопленная. В некоторых местах, я слышал, она полностью затопленная. Вот, посмотрите. Вода. Вода, и он и туда вот дальше идет вода. Откуда-то капает. А вот, смотрите, вам видно? Вот булыжник, где я свечу. Он тоже вот-вот упадет. И надо мной, смотрите, какая-то непонятная фигня. Ой, я туда спускаться, пожалуй, не буду, потому что меня может засосать. Капец. Я в шоке. Ну, здесь, ребята, реально круто. Здесь реально круто. Но очень опасно. Вы представьте, этой шахте около 100 лет, а то и больше. Ребята, что вам хочу показать. Смотрите, мы когда сюда приходили, вот этого точно здесь не было. Это пока на этот момент вот самый большой булыжник, который мы и нашли. Вот смотрите, он реально, сравните со мной. Ну такой, ну блин, тона, наверное, две. А, все тихо. Надо потише говорить, потому что от вибраций голоса может что-то обвалиться. Не что-то, а именно большой булыжник. Скажи, реально страшно. Не, фонарь, кстати, достойный, но по сравнению. Вот по сравнению, смотрите, ребята, какой у меня был. Вот смотрите, ничего не видно. И смотрите вот. И это просто маленький фонаричек. Это капец. Я в шоке. Реально, ребятам спасибо. Мне. Я поблагодарить только могу. Оставить ссылочку в описании. И, может быть, кому-то из моих зрителей, кому-то такой захочется. Смотрите. Какая-то трещинка или что это такое. И оттуда водичка просачивается, капает. Вот, смотрите. Жесть. Ух ты. Смотрите, что я нашел. Провода какие-то. Видно или нет? Да, видно. Фига себе. Вот это что. Какая-то. Ай-яй-яй. Ваня, что ты творишь? Костер? Шашлык. Шашлык будет в шахте? Да. Где ты человек, это Аля жарит шашлык. Ага. Не-не-не, я сюда уже не вернусь. Может, через время. Говорят, самое безопасное здесь находиться зимой и летом. А весной и осенью очень опасно, потому что очень большая влажность. Фу, Ваня, запалил костер, здесь теперь воняет, жесть. Костер. Да вы скоро подойдете. О, а ну кинь туда кирпич. Дебил, Вань. Не, я по вот этой хотел. А ну кинь по вот этой фигне. Ты его легче рукой, мне кажется. А ну, Вань, сделай. Вот вот это. Вот просто. Да что вы делаете? Нет, дотронься так, знаешь, рукой. Хочется. Что оно? Надо будет самой отходить.
Бам! Ты так и хочешь привалы вот этого. Камешек упал. Представьте. Это вот такой кусок упадет на голову, что такое? Да да, если такой кусок на голову упадет, все, пиши пропало. Смотри, костер горит. Романтик. Ага. Это капец. А здесь, видите, здесь был вот такой вот въезд в шахту. И его засыпали, чтобы люди сюда не заходили. Или само засыпалось? Да не, ну вряд ли само засыпалось. Смотри. Ну все. Ну его нафиг. А, ребят, напишите в комментарии, кстати, хотели бы вы здесь побывать, спуститься сюда? Мне интересно. Или вообще кто-то спускался? Хоть да. Раз в жизни куда-то там, в шахту какую-то. Да, кто-то хоть раз напишите, в шахтах был, спускался ли вообще в таких хотели местностях. Мне вот интересно, мои зрители ходят в шахты. Кто еще обезбашен? Ну, есть ли у нас еще зрители обезбашенные, как мы? Все? Да. Ребят, что я вам еще хотел сказать? Тут еще есть вход, говорят, какой-то, который провалился. И, ну, как мы тогда залазили на том, в том моменте, ну, тут можно, мол, без веревки даже спуститься где-то по местности. Сейчас пройдемся, посмотрим. Смотрите, капец. Все, пока шахта. Мы долго теперь сюда не придем. Смотрите, ребят, вон там находится тот вход, где мы только что были. Вон, видите, еле видно. И здесь вот рядом, вон, старое здание. Это какая-то либо контора была, ну, типа, походу здесь, не знаю, подсчеты вели, я не знаю точно. Ребята, смотрите, нашли мы какой-то, типа, не знаю, колодец это или что. Посмотрите. Здесь, походу, вытаскивали таким образом эти полезные ископаемые или как. О, Ваня, по-моему, увидел то, что мы хотели найти, да? Нет. Там какой-то... Там какой-то, это, тоже вход или кирпичное какое-то строение. Это капец, вы просто посмотрите. Это жесть. Глянь туда, человек писает. Это капец. Смотрите, ребят, что нашли. Здесь или вход какой-то был, или что. Не знаю, но здесь вот, смотрите. Оп, и все. Тупик. Дальше хода нет. Но я так думаю, знаете, что здесь было? Здесь, походу, засыпали. Туда спуск, наверное, был. Фу-у-у. Посмотрите, обвал какой. Не знаю, вам видно там или нет, но там просто дерьмяха такая идет. Тух, туда он прям. За деревьями плоховато видно на камере. Ребят, вы просто посмотрите, какие кратеры. Я в шоке. Как после метеорита. Но оно на камеру так не передается, слышишь? Да. Смотри. Масыка. Да вообще... Капец. Жаль, что на камере не передашь все то, что видишь глазами. Я в шоке. Ребят, смотрите, ходили-ходили, и в этой же местности нашли какую-то штуку. Это кладбище. Могила, интересно, могилы. Либо это клумбы. Ну, что-то я подозреваю, что это кладбище, потому что здесь вот какая-то табличка, но я ее трогать не хочу руками, если честно. Не, я манал. Ладно. Веточка перевернем, посмотрим. Да, это табличка, но она уже... Здесь была, наверное, надпись какая-то. Ну, если получается более 100 лет вообще этим всем местам, ну, шахты, все дела, то, понятно, там надписи уже не будет видно. Да, ребята. А где ты говоришь еще могилу? А где еще могилы? Ну вот смотри, это же с этими, а вот без. Вот в цементе, а вот без цемента, вот смотри. Вот. А, да-да-да. Вот еще, смотрите. Могилка. И вон еще две. А где? Вон дальше. А, да-да-да. Вот еще, смотрите. Ну, мне кажется, здесь были вот эти бетонные штуки, и их кто-то как будто убрал. Блин, меня, Ваня, сейчас не очень приятно, если вот, я... Да, мы сейчас по костям ходим. Ты понимаешь? Тебе сейчас это нравится, то, что ты сейчас ходишь по человеческим, может, костям? Как это может нравиться? Ну, ты представь, под тобой, тут под нами, может быть, захоронения какие-то. Да. Фу, неприятно это, ребят, понимать, то, что мы, может, ходили только что по могилам. Ну, может быть, мы себя накидываем, и, может быть, это не могилы. Ну, знаете, не знаете. Так же, как и мы, не знаем, что это вообще такое. Ребята, смотрите, где нам приходится переходить. Здесь вот так вот
не сказать, что тропинка, а просто вот местность там, где она не провалилась. А по бокам здесь кратер и здесь кратер. И вот такая тоненькая аллеечка, где приходится проходить. Все, походили мы, немножко поисследовали. Ребята, на этом моменте уже буду заканчивать свой влог. Если вам понравилось это видео, поставьте большой палец вверх, подпишитесь на канал. Не просто, знаете, проигнорируйте, пожалуйста. Если вам понравилось видео, зайдите, подпишитесь. Вам не сложно, а мне будет приятно видеть новых зрителей на своем канале. Обязательно активничайте, оставляйте свои комментарии, потому что я все перечитываю, отвечаю. Ну, вот таким образом общаюсь со своими зрителями. И, ребята, если вам нравятся подобные видео, я постараюсь чаще делать. Вы тоже пишите, если вам нравится, пишите в комментарии. Давайте, до новых влогов, до новых встреч. Всем пока.